Нацгвардия может получить новые широчайшие полномочия. Например, право обыскивать помещения и автомобили или стрелять в митингующих без предупреждения. Соответствующий законопроект уже направили на рассмотрение парламентского комитета. Один из авторов этого документа – советник главы МВД Антон Геращенко. Какие еще полномочия депутат предлагает отдать нацгвардейцам? Подробнее в материале. Нацгвардейцы получат новые полномочия во время охраны порядка на митингах. Бойцы смогут задерживать нарушителей, составлять на месте административные протоколы, а при необходимости доставлять задержанных в суд. Кроме спецсредств, нацгвардейцы получат право носить и применять огнестрельное оружие и даже боевую технику. Одно из главных нововведений – минимальное расстояние между митингующими и правоохранителями. Сколько именно метров будут решать на свое усмотрение командиры. Если демонстранты нарушат это расстояние, бойцы смогут стрелять без предупреждения. До этого право стрелять нацгвардейцы имели лишь в случае вооруженного нападения. Новый закон позволит открывать огонь даже по безоружным митингующим. Кроме того, нацгвардейцы смогут ограничивать движение пешеходов и машин, оцеплять кварталы, проверять документы, досматривать личные вещи и автомобили. А если потребуется, и заходить в дома и квартиры украинцев. Правда, после таких нежданных визитов придется писать объяснительную. Кроме того, для борьбы с копателями янтаря нацгвардейцы получат и право участвовать в операциях по приостановке нелегальной добычи ископаемых и задерживать подозреваемых.